Хочу представить свою картину «Океан мечты». Меня зовут Ольга Ширяева, мне 53 года. Я родилась и живу в городе Харькове, где сегодня и пишу картины, и творю, и занимаюсь творчеством. Очень благодарна организаторам конкурса Golden Time Talent за такую прекрасную возможность проявить себя и показать свои картины миру и всем почитателям искусства. Данная работа показывает и раскрывает бескрайние горизонты, которые человек видит и всегда желает попасть за видимый горизонт, где, возможно, откроется что-то очень значимое и важное в жизни. Так очень часто, можно сказать, мы в каждом временном отрезке идем за горизонт и мечтаем всегда увидеть что-то новое и важное, познать нашу жизнь с разных сторон. Прекрасное всегда открывает нам судьба, когда мы идем далеко за горизонт. Иди за горизонт, будь спокоен, как Будда, и ты познаешь эту силу умиротворения, силу счастья, силу какого-то прекрасного в нашей жизни, чего-то прекрасного. Thank you.